поселке Тамаровка Белгородской области России в складе боеприпасов произошел взрыв. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам губернатора, предпринимаются меры безопасности. После взрыва был перекрыт мост через Северный Донец. По сообщению российских телеграм-каналов, за полчаса до взрыва в небе кружили вертолеты. Напомним, что Белгородская область граничит с Украиной. Сегодня также были слышны взрывы в приграничных с Украиной Курской и Воронежской областях. Руки трусят. Близко совсем. Ну что, война? Так вот. Подожди, вот ты перед.